Парк это круто. Вы молодцы, что выбрали именно это направление. Оно довольно-таки современно и отражает, ну, такую действительность, ну, скажем так, нашей страны. Ну, мы здесь все оказались, потому что были, как бы сказать, Децл грешны в прошлых жизнях, и страна Советский Союз — это типа, ну, тюрьмы по сравнению с другими странами. И как бы вот эта серая, ну, серость, которая нас окружает, это панк, это и есть тот, как сказать, чтобы развеять эту серость, надо яркость и как бы более цивилизованной жизни. Вот, который находит тебе. День, чуть-чуть поменьше, на комнате. Жесткая гитара, это круто. Реверс сделал на вокале такой? Удаление сделал. Сделай реверс на этом, а на том очень большой реверс. Там ты не понимаешь реверс. Сделай на токе реверс очень такой глубокий. Самый смазанный, какой ты можешь. Раз, раз, раз. Сделай реверс. Но он очень долго настраивается. Философия легко! Мы начинаем свой концерт. Потанцуйте бога, мы сыграем первую песню с нашего нового альбома «Таксидермиста городского безумия». Он называется «Фоторобот», который посвящен взрывам в Москве, домов и как бы, ну, против террора. Называется «Фоторобот, найди и опоздай». We'll be right back.
вечер полный декаденс. Yeah.
бегоночка, а? Thank you.
стола. Ну как бы. Там поется о том, что лучше целоваться, обниматься с девушкой, чем ходить на политические демонстрации и как бы, платить деньги политикам и участвовать в политике вообще. Лучше быть аполитичными панками и как бы заниматься любовью. Скоро выйдет, и он вам понравится очень. Я просто наркоман этого альбома. Я настоящий человек. Это моя реакция на окружающих, которые смотрят и показывают на меня пальцы. Yeah.
просто, ну, ничего не делали, ну, без дел ничего, уже 3 месяца не играли. И, ну, как бы сказать, не в лучшей форме. Вот директор 2 клуба сделал концерт, а мы решили к вам приехать. А так мы не играли уже 3 месяца. Смерти. Убито много человек, но будет повешено, я чувствую, еще больше, потому что люди очень злые. Oh!
это как бы не ваша, как сказать, активность, то, что вы панки, но, скажем так, это что-то свыше заставляет вас быть панками и как бы обличает такое обличие, чтобы вы выделялись среди толпы. И когда это проходит, вам разрешают быть, ну, обычными людьми. Следующая песня опять из нового альбома, ну, она как бы про то, что некоторые мужчины относятся к женщинам как, ну, типа, если так сказать, тупо к дырке, и пользуются ими, понимаете, высокомерно относятся. Но это очень плохо, надо девушек и женщин любить, и как бы, их, как сказать, можно даже сказать, боготворить. И вот эта следующая песня называется «90-60-90» про циничных мужчин, которые пользуются женщинами как резиновыми куклами. Две песни «Мечты ребенка» и «Философия урбанистического развития». Жизнь — это товар.
городе людей. Мы живем все в больших городах, где много машин и домов. Ну, как бы сказать. И еще сейчас такое время, что Советский Союз, ну, как сказать, развалился, а ничего пока не настало за их 10 лет. И как бы, значит, сейчас происходит безвременье. И мы сыграем песню «Философия урбанистического безвремени». Это была наша последняя песня для вас.